Всем привет, дорогие наши подписчики, хейтеры, новые подписчики. Всех рады видеть на нашем канале. Сегодня у нас день рождения у Луны, и мы едем его отмечать. Посмотри, никогда в жизни такой не получался. Да, класс. Настя говорит, идеальный колосок. Алиска, что ты там залипла в планшете? Едем? Луна, ты готова? Она всегда готова. Куда? Вот одеться. Луне сегодня 2 года. 2 года? Ты такая взрослая девочка уже. Луна, идем праздновать, да? С красным носом. И ты тоже. Красным носом? Да. Да нет. Просто загорел на пляже. А я думала, что у меня загорел нос, оказывается, я загорела на пляже. У меня нос красный. Пошли, красный нос. Ты думала, ты в Деда Мороза превращаешься? Да. Я думала, что превращаюсь в Деда Мороза. Оказывается, это солнечный. А у меня не только носик красный, у меня, видишь, прыщики мои, которые никак не вылечиваются. Придется пить ударный антибиотик, уже буду в Черкассах пить. Хочу сразу 3 антибиотика вместе пропить, попробовать. Настя, бабушка говорит, документы на нее на всякий случай взять, а вдруг там надо, чтобы прививки были. Ну как это, ну, а если что потом обратно? Ну да, вдруг нас не впустят. Так, Луна села впереди. Костя говорит, это что, в честь дня рождения впереди поедет? Да. Шерсть не раскидывай, пожалуйста. Ну мы же ее вычесали, Девочка, с днем рождения, 2 годика, повзрослела. Повзрослела, должна меньше гавкать. Да, Луна? Ну, правда. Ну, в отеле она вообще не лает никогда. Вот это первый раз был, как Настя приехала. Мы удивились, что она так разлаялась. Вот. А так она в отеле всегда тише травы, как это говорят, ниже травы, да, тише воды. Тише воды, ниже. Да, вот. А когда гуляет, то, конечно, она лает. Она лает, когда гуляет. И на уток, на всех, на этих, и на голубей. Тебе жарко, обдув включить, я боюсь, что тебя надует. Хотя он, в принципе, выше. Вот так вот. О, сейчас не будет жарко. А зачем документы? Мы еще будем заезжать все люди. Ну, а мама говорит, а вдруг туда пускают, только если прививки, там чипы есть. В аквапарк собачий. Алиса хотела, чтобы Луна с ней села, да, Алис? Да. Перелезет. Да вам тесно там будет. Сейчас же еще Настя придет. Там и бабушка, и Катя. Ой, в багажник. Да какой багажник? День рождения в багажник. И там просторнее наоборот. Ну да. Ну, Луночка, ты хочешь в багажник? Нет, пусть тут едет. Я ее буду чухать, ей будет так приятно. Веселиться. Ты не выспалась? Все, руки целует. Вот за сестричка ждала тебя все лето, и ты хочешь вот это оставлять. Опять началось. Ну правда ждала же, Настя. У тебя учеба начинается. Вы едете или нет? Куда оставлять? Ты вроде уже ехать собралась. Ты опять передумала? Нет, я бы пару недель подождала. Ну жди, если хочешь. Давай поедем через пару недель. Мама, пожалуйста. Я уже устала это обсуждать. Я соберусь и завтра уеду. Держаться так неделю. Вот именно. Ты договариваешься, что вечером будет. Прям я не могу ни слова сказать, ни поуговаривать. Так ты так и говоришь уже 2 сутки. И только это. Ну, потому что я реально не понимаю, зачем спешить? Куда спешить? Тебя кто-то просит меня понимать? Ну, мне бы хотелось понять. И все. Ну, не получится у тебя, по-другому ты мыслишь. Луночка умничка, едет вообще спокойно. Нам уже осталось 11 минуток ехать.
скоро уже приедем. Хорошая девочка. Через 3 километра сверните на съезд направо. Так, ну что, ну приехали мы куда-то, как в парку собачьему. Алис, пойдем, не надо ничего собирать. Пойдем. Выкини это все, потом соберешь, когда к машине вернешься. Пошли. Давай, лапка. Я просто хочу развести костер, пожарить шашлык. Поэтому я собираю камни и палки, чтобы сделать костер. Да, но здесь нельзя разводить костры. Ой, как на улице жарко. Ого, гляньте, какая высота камыша. Это камыш? Обалдеть, я такого высокого никогда не видела. Это ж камыш, правильно? Мама, где? Вот камыш растет. А может, это не камыш, но похож. Так, мы подходим, кажется, уже. Мама! А! Здесь так жарко, я и сама хочу залезть в бассейн. Залезешь с Луной. Так, это называется аквапарк Канино. Будем купаться с собаками. Ну, я думаю, да. О, здесь своя стоянка, Кость. А переведите мне эту табличку. Нельзя заходить с едой. А, с едой, питьем. О, тут даже, смотри, картинка нарисована аквапарка, видишь? Я вижу. Собачий аквапарк. No picnic. Так, что делаем? Это бар. А где бар? Билеты надо купить? Тикет. А, ну бар вон с той стороны, наверное, где отель. Вот бар, да. А мы где? Ну тут, наверное. Наверное, вот там. Давай тут подождем. Я думаю, они вот там где-то. Пройти здесь и подойти. Я думаю, что там, да? Там где-то, наверное, билеты. Хорошо, мы вас тут с Катей подождем, чтобы толпой не ходить. Насколько я понимаю, тут даже какая-то ветеринарка есть. Ветеринарио плюс. Прикольно. Вон там находится, как я понимаю, отель для собак. То есть в том отеле можно оставить своих питомцев. Я не знаю, конечно, насколько дорого это стоит. Не нашли? Там отель. Ну да, может, там и продают в отеле, нет? Смотрите, у них может быть сиеста. По-моему, с 4 до 6 они работают, а перед этим у них сиеста. Ну, сейчас уже 4. Ровно? Да. 4:00. Поняла. Потому что, смотри, мы здесь стул заметили, тут кто-то должен сидеть. Что, билет 50 евро? Я надеюсь, это за одну собаку? Нет. Не принимаются купюры больше 50 евро. Ясно. Я думала, может, надо платить за собаку, за людей не надо. А то нас много. Луна не пускает помыться. Да, так жарко. Капец, налетел ветер, и только что вот отсюда вырвало зонт, и он улетел туда. Боже, ужас. Держите его лучше, ну его нафиг. Чуть на Алису не упал. Кать! Что? Часы? Да, на руку не упал. Ну, часы спасли твою руку. Жесть. Тут без всякой войны, блин, опасно. Ну, раны нету, главное? Нет, но они раздолбались полностью. Жесть. Я уловила, что на Алису не упал. Так он чуть на нее не упал, но еле успел отбежать. Алис, ты молодец, отбежала. Ну, можно было рану такую получить, да, лучше его сложить, и правда. Жесть. Как так не закрепили? Это мои часы просто. Так они нам теперь должны новые часы. Слышь, это что? Что такое? Что за нарушение техники безопасности? Настя! Ой, кошмар. Руку. Я хотела его сложить, пока он улетел, а ветер резко его поднял, и его на Настины часы, и все. Папа, я тебе что-то скажу. Папа! Я тебе что-то скажу. Да. Зонтик чуть упал на Алису, на меня. Да, Алиса еле успела отбежать. Настя словила его, короче, он чуть на Алису не упал. Это правда не
типа не норма, а нарушение безопасности. Ну тогда надо поговорить вообще с кем-то. Он же должен нормально. Тем более у меня съемка есть. Папа, я тебе что-то скажу. Скажи, Дотя. Да. Так хорошо, что я успела отбежать. Из-за часик улетел не на меня. Если он так разбил часы, а если бы он ребенку в лицо железкой? Это жесть, да. Просто жесть, я не знаю. Папа, я тебе что-то еще скажу. Аж ноги трусятся. Так, все, всем прицепили. Папа, время часы Настя. Он видел солнышко, Настя ему показывала. Покажи мне еще разок. Жесть, как сильно. Да, просто раздолбалась. Полностью. Прогнулась. Да нет, пап, ты шутишь, попробуй. Офигеть. Пойдем, Алис. Тут много других собачек гуляет. Луна уже знакомится. И они знакомятся. Луна, Луна. Мы попросили администратора, показали видео, благо хорошо, что оно у нас есть. Хорошо быть блогером, видите, иногда. А Настя ищет, сколько же стоят такие часы. Это Apple Watch 4, да? Да. Сейчас посмотрим. Не, ну это они должны компенсировать, потому что это ненормально. То, что оно прилетело мне в руку, в принципе, ненормально. Тогда оно могло ребенка покалечить. Я говорю, у меня до сих пор ноги трусятся, боялась, что оно на Алису упадет железками. Так я же тоже ловила, понимаешь? Словила, да, понимаю. Ну, слава богу, что так. Знаешь, лучше вещами отделаться, чем... Фух. Хорошо, что бабушка с нами не поехала, вдруг бы он на нее упал. И может, это судьба. Ох ты, какой ты нашла автобус. Пойдем, давайте. Короче, мы пошли пока без Насти. Она осталась там разбираться, что делать с часами.